Телеканал КРТ представляє. В ведомстве Верховного, да, это новая натовская форма, значит, мне передали... Нет, это все-таки старая, я думаю, что старенькая. Что, меня обманули? Я думаю, что так, там же пиксельно у них же, но все-таки повернемся до документов. Да нет, просто я позвонил в администрацию президента и попросил, дайте мне, он же подписал указ о концепции работы с НАТО. Несмотря на то, что обещал на референдум это поставить. И я говорю, пришлите верховного главнокомандующего в мундире, только не в эсэсовском, который он ходит с мертвой головой, а уже в новом натовском стандарте это прислали. Видно, надо мной пошутили, поиздевались. Хорошо. Все, отвечаю на ваш вопрос. Действительно, если мы будем оценивать обезьянью натуру, то обезьяны, они, в принципе, животные всегда трусливые. Они никогда не нападают на сильного противника. Да, они не атакуют ахметовские предприятия и прочее. Да? Они всегда нападают на противника слабого. Это должен либо быть безмолвный памятник, либо журналисты, либо когда их 10 на одного. И вот с вашей точки зрения, если подивитися, что маршал Жуков, это объективно та людина, яка звільняла Україну. Звільняла там Одесу. І, в принципі, дуже авторитетна людина в світі. Не вважаєте ви, що за заслуги перед Українською Радянською Соціалістичною Республікою все ж таки потрібно, в зв'язку з тим, що Радянського Союзу більше не існує, потрібно йому надати статус Героя України, щоб об'єктивно він його заслуговує, він все ж таки врятував нашу Україну від нацистських загарбників. Тобто ви хочете, щоб какой-то Георгий Жуков был таким же героем Украины, как и спикер Литвин? Нет, он не достоин. Нет, Дмитрий, конечно, нельзя ему давать сейчас героя Украины, потому что нынешняя власть мнит себя наследником какой Украины? Той Украины, которая в обозе Гитлера приехала в Киев, вот той вот бандеровских коллаборантов, вот той Украины, у Пивской Украины, у Уновской Украины, мы же сейчас такую Украину строим, поэтому дать Георгию Константиновичу... Но мы точно не будем, але они персонажи, которые намагаются. Они строят Украину, но это все... Но у них что-то не дуже выходит. Но это все равно, что наградить его рыцарским крестом Рейха, поэтому нет, такой Украины героя ему давать не нужно.